Всем привет! Продолжаем рисовать знаки дорожного движения. И сегодня мы нарисуем знак, который обозначает тупик. Так, давайте приступим. Знак у нас имеет прямоугольную форму, внутри которой у нас будет такой красный квадрат и белая линия. Я думаю, мы возьмем вот такой вот голубой фломастер и нарисуем квадрат для начала. Вот такой пускай у нас будет. Поставим точки, примерно вот такой квадрат, соединим их, вот так, и вот так вот. Возьмем коричневый фломастер и нарисуем такой вот столбик. И закрасим его сразу. Вот такой у нас столбик получился. Так, теперь рисуем наш знак до конца. Так, я думаю, где-то вот здесь у нас будет... Сколько у нас тут квадратиков? 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 7, 3, 6. И вот где-то здесь. Угу. Для симметрии лучше, да, линию тут еще сделать. Вот так. Рисуем такую вот белую линию где-то вот до отсюда. И вот здесь пускай у нас будет такой большой вот квадрат. Отлично. Хорошо. Давайте мы его закрасим, но оставим небольшие такие вот белые поля. Вот. Так, вот он рисуется. Тупик, значит, там нету проезда. Какая-нибудь стена или обрыв. Ну, просто тупик, скорее всего. Вот так. Теперь можно взять наш вот этот фломастер и быстренько закрасить тут все. Аккуратно закрашиваем. Надо было все-таки мелкий взять. Вот так вот. Знак тупик. Проезда нет. Значит, мы не едем туда. Запомните. Я уже второй раз, наверное, повторил. Давайте сейчас я попробую побыстрее. Вот так. Вот такой знак. Вот такой у нас получился знак, который обозначает тупик. Проезда нет. Всем спасибо, ждите новых значков. Пока-пока.